Выезжать из Йошкар-Олы по Сернурскому тракту вскоре будет удобнее. На подходах к столице Мариэл начался ремонт дорог республиканского значения. Первый участок, его длина превышает 20 километров, автодорожники завершат уже на этой неделе. Собственно, на примере окраинных дорог, расположенных за городской чертой, можно ознакомиться с примерной технологией ямочного ремонта в Йошкар-Оле. Пока городские службы в основном заняты уборкой грязи с проезжей части, но не исключено, что не по-апрельски теплая погода ускорит начало сезона латания ям и в столице. Сосчитанные и обмеренные ямы, выбоины и трещины настала пора засыпать горячим асфальтом, содержащим гранитный щебень. В самом начале Сернурского тракта, едва только заканчивается автодорога, эксплуатируемая городскими службами, можно увидеть скопление техники, затрудняющей движение автомобильного транспорта. Весной температура воздуха должна быть не менее плюс 10 градусов для произведения всех работ с асфальтобетонным покрытием. И вот как раз как только наступило время, мы начали, вышли, подготовились сначала. И вышли на дорогу для проведения качественного ремонта асфальтобетонного покрытия. Впрочем, неудобство это временное. Максимум через сутки этот участок повысит свои дорожные качества, поскольку завершится ямочный ремонт. Ямочный ремонт, выполненный с хрестоматийной выверенностью, включает в себя 5 этапов работ. На первом трещинам и выбоинам с помощью вот такой немудреной фрезы, в каждом районном предприятии есть подобное, придается правильная геометрическая форма. Дальнейший принцип работы автодорожников больше всего напоминает труд стоматолога. За фрезой идет человек, продувающий при помощи компрессора обработанные дорожные пустоты. Другой человек, выполняющий похожую функцию, обрабатывает очищенную поверхность битумом. Укладываемый в подготовленные выбоины асфальт после такой грунтовки продержится до конца сезона. Само собой, завершается работа шлифовкой. Ремонт окончен после того, как по засыпанным асфальтом ямам проедет дорожный каток. За день одна бригада с хорошей погодой. Все, мы начинаем с 6 утра до 7 вечера. Мы проходим 3 километра, где-то порядка 3-2-3 километров дорог. Это зависит от количество ям, трещин и так далее. От состояния покрытия асфальтобетонного. Грех не воспользоваться, если погода позволяет. При плюс 20 градусах есть шанс сделать очень качественно, хоть и односезонную, но все же единственно возможную работу. Автодорожники одного лишь Медведевского района этой весной отремонтируют подобным образом около 35 тысяч квадратных метров на 15 автомобильных дорогах.